Добрый день. Как вас зовут? Шарова Ирина Михайловна. Вы живете в Старомихайловке? Да, я тут родилась в 63-м году. Тут родители у меня дом построили вот этот. Вы одна живете? С мужем, с Рожнацким. С Рожнацким, да. Мужем, да? Да. О, сильно стреляют тут. Стреляют сильно, видите, это самое. Зал у нас он еще 14-го года, мы не можем ничего сделать. Он течет, видите, он в этом самом, замажу. У меня сил нет уже его гладко делать, потому что... Постоянно прилетает. Постоянно, да. Хотя немножко хоть жить как-то так. Хоть немножко это самое. А так вот, 8-9, два раза подряд. 8-го нас, крышу. И 9-го стенку он видели, стенку пробили, крышу пробили. Стреляют каждый день, мальчики. Сегодня благодаря друзья вам, благодаря вашей поддержке, мы приехали, привезли продукты, как-то поддержать эту семью. А мы можем посмотреть вот в зал. Здесь я до сих пор, ну, видите, вот, как говорится, не везде окна даже вставлены, забиты. Получается. Не, ну здесь вставлено, смотри, новое окно. Вот, смотри, вот это новое окно вставлено. Вот, ну, да. Нулевое. А эти пока вот такие. Ну да. Да, здесь очень сильно стреляют, и, к сожалению, люди даже боятся делать. Нету особого смысла что-то ремонтировать, потому что опять прилетит.